Вот, они используют рев. Рев машин, чтобы заглушить вот эти вот радиосигналы, подаваемые. И, ну, когда тебе как бы включают одну и ту же мелодию, ты, ну, начинаешь понимать, да, вот это все. И уже начинаешь различать это. Обычный человек ничего не поймет, но они вот во время этих ревов моторов включают запись именно для меня. Эта запись вот как раз таки вот этой молитвы, похожа на молитву. То есть она там в радиосигналах где-то замешана, но я как бы вычистил уже, что к чему. А вот так это все и выглядит со стороны. Теперь слушайте внимательно. Ты слышите, сколько шума машина создает это? Вот сейчас вот конкретно слышны радиосигналы, и надеюсь, что на видеозаписи они также будут. Он еще и сигналит вспышками. Вот это да, так шумит, еще и вдобавок сигналит. То есть, ну, вообще, сейчас глубокая ночь, вот там вот лес такой, ну, прилесок вдали. И все равно эти гады, черти, сволочи, мутанты и садисты продолжают свое преследование. А за этим вот опять та же машина, которая проезжала уже тоже раз. Но они часто одни и те же машины ездят, которые вот так вот ревом двигателя заглушают свои эти звуковые накладки. Да, хотел еще сказать, что наряду с этими молитвами и прочим, они... О, вот, как интересно, вот там церковь вдали видно. Они делают так, чтобы я поверил, мол, какие-то бесы там во мне, и вот под накачкой хорошей моего организма их дрянью в животе начинает урчать, то есть они могут действовать инфразвуком так, что, как бы получается так, что из твоего живота даже выходят всякие звуки, ну, как будто там бесы, ну, что-то такое похоже, но явно какие-то ненормальные звуки. И вот я вспомнил, что многие жертвы пишут о том, что у них тоже, ну, нереально бурлит живот, там после этого всего, там и запор начинается. Так что не один я такой. А я... Раньше реально и повелся на эту штуку, подумал, что да блин, как так может быть в животе бурчать, как бы такие прям звуки издаются, как звуки из ада какие-то, как будто там черти и это все. И поддался вот на этот развод. Но хочу вам сказать, если у вас такое будет, ну, с вами происходить, то вы сначала изучите капитально, как работает вся новая техника и технологии. То есть сейчас не тот век, чтобы верить в эти всякие байки. Вот еще рядом с моим домом началось какое-то строительство совершенно новых домов. То есть вот отсюда как бы они часто устраивают ночные всякие работы.
думаю, отсюда меня как раз таки и колбасит. Потому что это очень рядом с моим местом жительства. И вот. Но еще не стоит забывать и про такие машины. Ну, это так, ну, лайтовая, можно сказать, версия. И она не издает практически никакого шума такого. Но вот эта вот стройка. Блин, да. Они еще долго будут строиться и могут вот в этот момент, ну, как видно, что здесь строительство очень большое, капитальное, то есть вот такой вот большой жилой дом, и, как понимаю, не один. Вот они меня еще будут мучить, думаю, долго. Потом вот сделают вот здесь какие-нибудь стройки там, и не дадут житья мне вообще никакого. О, но они даже вот так демонстративно не шифруются, даже некоторые, а вот так включают свет и начинают стоять, ждать тебя. Обычно вот в таких вот машинах, фургонах и могут прятать оборудование и все такое. Вот слышите, он тоже как бы нам тарахтит. В этом во всем также есть радиосигналы, которые прикрываются, скрываются. И как бы сейчас не столь слышны, потому как это небольшая такая машина, не создает много шума. А вот можно лайтовую версию делать и вот так вот. Изучайте, как они работают, и их методы, и делитесь потом с другими. Так, как видите, сейчас я снимал мою непродолжительную прогулку, и на каждом шагу, то есть меня ждали вот эти вот садисты. А вы можете спросить, а в чем дело? А в том, что они хотят сделать постоянный и тотальный контроль вот нас, жертв. То есть полностью нас, можно сказать, роботизировать, нашпиговать вот этой всякой электроникой, как надо, так и простой, и вообще новейшими технологиями. И поэтому им нельзя-то нас отпускать постоянно, потому что они следят за нашей нервной системой, следят за всеми органами, и, можно сказать, хотят вообще, чтобы мы стали подконтрольны. И вот сейчас я завершаю уже свое непродолжительное путешествие и хочу с вами попрощаться. Всего доброго. Рассказывайте, пожалуйста, свои истории, делитесь информацией и будьте здоровы.